На улице Коммунальной укладывают новое асфальтовое покрытие. В планах капитального ремонта на 2020 год этого участка уличной сети не было. Изначально по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривалось приведение в порядок двух городских улиц, автодороги, прилегающей к Заречному, и путепровода в поселке Монтажном. По условиям национального проекта работы должны были вестись на условиях софинансирования. 50% необходимой суммы – это средства федерального бюджета, 45% – деньги муниципалитета и 5% – вклад региона. Однако в процессе реализации программы произошло перераспределение средств, выделенных на ремонт объектов основного перечня. Ремонт капиталоемкого объекта «Виадук», он был полностью сделан за счет федеральных средств. То есть изначально мы планировали софинансирование по этому объекту, а позднее произошло замещение полностью федеральными средствами. Таким образом, удалось высвободить около 36,5 миллионов рублей. На эти деньги и проводится ремонт объектов дополнительного перечня. В него вошли несколько участков городской уличной сети. Это часть улицы Зеленая с тротуаром по нечетной стороне. Улица Комсомольская, Коммунальная. Мы закончим ремонт Заводской. Улица Торговая, Школьная и проезд Маховой, проезд Литки. В зависимости от состояния улицы, рабочие меняют асфальт на определенных участках или приводят в порядок всю дорогу. Например, улицы Торговая и Школьная будут отремонтированы целиком. Достаточно давно не было ремонта, тем более, что у нас, например, по улице Торговой там активно идет строительство, которое сейчас вот заканчивается. И раньше не было смысла его выводить, потому что тяжелая техника все равно бы не позволила там дороги нормально эксплуатироваться. В рамках капитального ремонта подрядчик заменит асфальт, нанесет разметку. На улицах с бордюрами предусмотрена замена бордюрного камня. Там, где их нет, проведут обработку обочины. Завершить ремонт объектов дополнительного перечня планируется до 1 октября. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».